Александрович. Я являюсь доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Город Минск. Спасибо большое организаторам. Спасибо огромное Андрею Руслановичу за такие работы. Очень интересные. И хотелось бы теснее пообщаться, но это уже в процессе конференции. Есть масса вопросов, которые хотелось бы узнать. Спасибо огромное вам. Профессор Орлов Андрей Алексеевич. Я не первый раз посещаю конференции Андрея Руслановича Андреевича. Считаю, что это очень интересные, перспективные лекции не только для молодежи, но и для оперирующих хирургов и работающих уже давно практикующих ортодонтов. Рекомендую всем. Меня зовут Густинский Олег Сергеевич. Я являюсь врачом-ортодонтом. Очень интересно, познавательно. Узнаю много нового. Спасибо. Сегодня традиционный наш мастер-класс, это уже 6-й по счету мастер-класс, он проходит в формате 2 дней. Первый день – это лекционная программа, второй день – выполняется несколько ортогнатических операций. Как правило, это в шахматном порядке лекции хирург плюс ортодонт. Ну и достаточно подробный разбор вопросов выбора пациента, обследования, подготовки пациента к операции. Разбираем вопросы хирургической техники, всевозможные варианты вмешательств на верхней и нижней челюстях, сопутствующие коррегирующие вмешательства. И, наверное, самый важный вопрос – это послеоперационное ведение и отслеживание отдаленных результатов пациентов после такой комплексной реабилитации. Поскольку у нас в аудитории есть и хирурги, и ортодонты, скажем так, фокус внимания на одних, на других вопросах, но мне кажется, что это самое большое достижение вот при организации таких мероприятий, потому что в другой раз ты слышишь и видишь те вещи, которые в обычной ситуации как-то ускользают от внимания, потому что ты больше занят какими-то другими аспектами. Спасибо. В настоящее время у нас проходит конференция для челюстно-лицевых хирургов и ортодонтов «Современные возможности ортодонтии и ортогнатической хирургии» под руководством Андреевича Андрея Руслановича и Коврайской Алины Юрьевны. Конференция довольно-таки интересная как челюстно-лицевым хирургам, так и ортодонтам, потому что охватываются такие вопросы, как планирование ортогнатических операций, взаимодействие ортодонта и челюстно-лицевого хирурга. Всем участникам будут предоставлены бесплатные видеоматериалы, которые вы можете посмотреть в случае посещения конференции на нашем сайте edmed.ru. Благодарим вас за посещение. Оставайтесь с нами. Мы вас очень ждем.